Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я хочу сделать вот такую арку. Ну что, поехали? Итак, друзья, для изготовления этой астры я взял 160-й ШДМ розового цвета. Вы можете взять отличительного цвета, допустим, белого, либо еще какого-то другого. Вот. Давайте приступим. В первую очередь делаем пузырек. Далее отмеряем длинный пузырь на 5 пальцев. Делаем трубку. И отмеряем пузырь на 7 пальцев. Делаем скрутку. Дальше отмеряем круглый пузырь. Также отмеряем на 5 пальцев пузырь. И далее пузырь на 7 пальцев. Круточки перекручиваем. Дальше продолжаем опять делать пузырь. Я возьму еще ШДМ, так как у меня уже нет возможности дальше использовать. Первый привязываю очередной. Также делаю пузырь. Так продолжаем. Так, итого у нас уже получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лепестков. Давайте я еще один сделаю, наверное. Буду закругляться. То есть также пузырек. Отмеряем дальше. Длинный на 5 пальцев. И длинный на 7 пальцев. Скрутки перекручиваем. Я думаю, тут ничего сложного нету. Вам все понятно. Дальше. И теперь вот этот хвостик соединяю вот с этим. Давайте сейчас разверну, покажу вам, что должно получиться в итоге. Должно получиться вот так вот. Итак, друзья, после того, как мы сделали первую часть цветка, мы приступаем к изготовлению второй части. Делаем опять круглый пузырек. На 5 пальцев отмеряем длинный пузырь. И на 7 пальцев отмеряем тоже длинный пузырь и скрутки перекручиваем. Вот, теперь смотрите. Берем первую часть цветка вот таким образом. Просто вставляем. Видите, вставили,
И теперь вот здесь делаем опять пузырек. И этот пузырек будет у нас напротив вот этого лепестка ложиться. Вот. Вот этот пузырь. Вот. Сделали этот пузырь. И теперь снова отмеряем на 5 пальцев длинный пузырь. И на 7 пальцев длинный. Стручки перекручиваем. Вот, видите, как получается пузырь. Он лежит в центре. Дальше опять делаем круглый пузырь. Делаем круглый пузырь. Продеваем ШДМ следующий лепесток. Видите, пузырь опять в центре. И также отмеряем на 5 пальцев. И на 7. Делаем скрутку. Перекручиваем. Вот смотрите, что получается. Снова делаю пузырь. Продеваем. Секундочку. Снова делаю пузырь. Пузырек. ШДМ продеваю в очередной лепесток. К сожалению, у меня здесь не хватит больше. Вот я привязал. Отмеряем на 5 пальцев. И чуть больше делаем на 7. Также продолжаем пузырь. ШДМ продеваем в очередной лепесток. Отмеряем опять на 5 пальцев длинный пузырь, делаем скрутку, отмеряем на 7 длинный, делаем скрутку, скрутку перекручиваем. Опять делаем пузырь. И продеваем следующий лепесток. Вот пузырь. Отмеряем на 5 пальцев. И чуть больше на 7. Так, мне шарика не хватает, я возьму еще. Привязываем, опять надуваем, опять делаем пузырек, продеваем
ШДМ в очередной лепесточек. Вот таким образом. То есть получается, смотрите, у нас вот этот пузырь, вот, он всегда находится внутри лепестка. Вот. И дальше. 5 на 5 пальцев. Я уже делаю на глаз. Пузырь на 7 пальцев. Вот. Снова делаем круглый пузыречек. Продеваем лепесток. Так, я возьму еще один ШДМ. То есть пузырь у нас есть. Вот пузырек. Вот это отмеряем на 5 пальцев. И на 7. Отжимаем лишний ШДМ. Кончик проталкиваем вот этот лепесток. И просто связываем вот с этим пузырьком первым. Дальше все расправляем. Друзья, когда сделали большую часть цветка, я беру 5-дюймовый желтый шарик и делаю с него сердцевинку. Здесь вы уже сами можете сделать по своему усмотрению, какого размера она должна быть. Давайте теперь сделаем стебель. Для стебля я взял 260 зеленого цвета. Делаем на 5 пальцев петлю. Делаем вторую. И третью. Слегка изогнем. Листики. И теперь остается только связать два хвостика желтого и зелененького шарика. Здесь лепестки все расправляем. И получается вот такая вот астра. Итак, друзья, если вам понравился видеоурок по изготовлению вот этого цветка, не забывайте поставить лайк,
Также, если вы впервые пришли на мой канал, не забывайте подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Также под видео оставляйте свои комментарии. И в конце хотелось бы мне поздравить с наступающим днем 8 марта всех наших любимых женщин. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, счастья, любви. Пусть сбываются все ваши мечты. Оставайтесь всегда красивыми, любимыми. Это вам.